Мы приехали в Россильон, одну из самых красивых деревень. Что вы там смотрите? Мы вас на камеру снимаем. Мы приехали в Россильон, одну из самых красивых деревень Франции. На силу успели в этот отель, он работает до 7, оказывается, заезд. Мы, в принципе, знали, просто не рассчитали время, нам казалось, что этого достаточно. В итоге мы влетели сюда за 8 минут, еще звонили, чтобы нас подождали. Ну, очень круто. Очень круто. Сейчас пойдем гулять по этому Россильону. Здесь еще бассейн есть. Вот тот бассейн, это к нам относящийся. В общем, мы пошли. Панорама Прованса. Вот нашли лавандовые поля, за счет того, что очень жарко, они уже, честно говоря, немножко уже завидают. Сейчас очень жарко, время грань 10 часов, 31 градус уже. Ну вот, что вы там смотрите, мы вас на камеру снимаем. Воду, да? Костюмочка. Thank you.
лавандовый мед.